Вот у меня крестьянский вопросик такой назрел. Уважаемые люди, которые снимают в ТикТоке про все вот эти гороскопы, я в это, конечно, не верю, это все чепухня собачья, но я перелистала 5 ТикТок-аккаунтов. 5! Пересмотрела дофигища видосов, и нигде не было рыб. То, что мы последние в гороскопе, это не значит то, что перед нами львы не упадут на свои лапки и не заскулят, как котята. Вы меня извините, пожалуйста. Вообще, это дискриминация? Это дискриминация? Извините меня. Верните меня в гороскоп, пожалуйста. Мне обидно. Реально. И нигде вообще... Надо суету навести. Походу, львы выпендриваются. Реально. Они везде есть, а рыб нету. Я вам клянусь, львы. Я вам еще припомню это. Правда, забуду сразу, но напомню. Смотрим, что...